3 мая 2017 года на одной из центральных площадей городского округа Зарайск прошло знаменательное событие. В ряды Зарайской районной детской общественной организации «Радуга» было принято 350 детей из 15 образовательных учреждений. Детская общественная организация «Радуга» официально зарегистрирована в 2005 году. Ежемесячно проводится заседание детского парламента, в состав которого входят представители 14 школьных объединений. Организация имеет свою символику – галстук, значок, девиз, гимн. Основными направлениями деятельности являются гражданско-патриотическое, лидерское, художественно-эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, волонтерское движение и безопасность жизнедеятельности. С 2006 года организация является членом Международного союза детских общественных объединений, созданных с участием детей или в их интересах. Ежегодно в Зарайске более 350 четвероклашек пополняет ряды «Радуги», радуя разноцветием красок, улыбок, юности и талантов. Валерия Маркович, Герман Беляев. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.